И послевкусие Петербургского форума будет чувствоваться еще долго. Главное, чтобы ускоренными темпами реализовывалось то, о чем договорились участники. О чем же, расскажем в новом выпуске «Бизнес-панорамы» уже завтра. 550 соглашений на 2 триллиона рублей. Петербургский форум – перекресток цивилизации, маневров мировой экономики и беспрецедентных по суммам контрактов. Такой проект, которым является «Белкомур», он требует, прежде всего, финансирования. Сегодня мы сделали гигантский шаг по направлению к реализации проекта. Какие проекты получили новый финансовый импульс, с какими регионами, компаниями и бизнес-институтами подписала соглашение Архангельская область? Достаточно много переговоров с теми инвесторами, которым интересен регион. Зачем на форуме говорили о Севморпути, развитии Арктики и в каких документах свои визы поставили губернаторы Санкт-Петербурга и Поморья? Этот форум – это дополнительное позиционирование указа президента от 7 мая. Все приоритеты обозначены. Обозначим их вновь в программе «Бизнес-панорама». Встречаемся завтра, 30 мая, в 19:20 на канале «Регион-29».